Привет! Очередной пакетик, вернее посылка, судя по всему там пенопластия, лежит чехол, который на мой Redmi Note 8 Pro. Конкретно буду показывать на своем экземпляре, а если у вас другая модель, просто переходите по ссылке в описании, ставите галочку напротив своей модели, это тот же самый чехол к вам придет, только под ваш смартфон. Ну а мы сейчас посмотрим его качество, с чего он сделан, как он выглядит, примерим на телефон, проверим. И еще что интересное, это то, что вот данный чехол со светонакопителем, то есть он должен светиться в темноте. Это мы тоже проверим. Четыре версии такого чехла, можете перейти по ссылке, посмотреть расцветки, картинки, подобрать под свой вкус и цвет. Вот посылка, кстати, шла достаточно долго, аж 23 дня, что в последнее время не характерно. Но с другой стороны, сейчас очень много заказов на Алиэкспрессе, а все эти распродажи, черные пятницы, что там еще было, 11-11. Короче, у них перезагружена почта Китая, почта России, почта других стран. Видимо, из-за этого такое время доставки. Так, ну и на Redmi Note 8 Pro, который у меня в глобальной версии, я сэкономил деньги, купил не в магазине через дорогу, также будет ссылка, если не хотите сэкономить до 5000 рублей. Милости просим, вот я лично купил зеленого цвета, не жалею, очень красивый цвет, благородный такой. Кто подписчик моего канала, кстати, подпишитесь на канал, еще много будет интересных распаковок, чехлов, защитных пленок и всего такого для Redmi Note 8 Pro. Хороший смартфон, мне нравится, привык, все абсолютно устраивает. Так, ну что, давайте приступим к распаковке все же. Да, там пенопласт, это хорошо. Чехол должен быть резиновый плюс стекло. Так. Ага. Ух ты, здесь еще и продавец на скотч посадился. Запечатал. Вот таким образом все уложено. Кстати, очень интересно, что в последнее время постоянно, практически постоянно продавцы отправляют в таких пенопластовых вот упаковках. Это, конечно, очень хорошо, но меня удивляет, чехол и так дешевый, да, плюс они платят все-таки за доставку, за отправку посылки. Плюс еще вот, ну, пенопласт, он сколько каких-то денег стоит, я вам просто, ну, ума не приложу. Как они достигают такой цены? Вообще себестоимость, еще накрутка продавцов, накрутка Алиэкспресса. Ну сколько он себестоимости, сколько вообще зарабатывают производители таких чехлов, не знаю. Очень интересно. Посмотрим. Да, он резиновый, очень похож на те чехлы, которые я показывал ранее на своем канале. Можете перейти посмотреть на канале, сколько чехлов, интересующие вас. Посмотреть видео. Вот такой вот у нас внутри соты. Здесь указано, что это модель Redmi Note 8 Pro. Ну и вот так вот выглядит задняя сторона. Тыльная сторона будет выглядеть смартфона. Тот самый здесь светонакопитель. В общем-то, можете подобрать то, что вам больше нравится. Я вот выбрал такой вариант. Далее я смотрю, что все это сделано достаточно неплохо. Отверстия проделаны очень ровненькие, без заусенцев, никаких наплывов, резина четко сделана, без всяких граней, какой-то спайки, кнопки включения-выключения, все хорошо. Ну, перфорация здесь отверстие под, ну, не темляк, а на кисть вешать телефон, если захотите, вдруг где-то в путешествиях, в принципе, хорошая штука. Так, проверяем, как он будет сидеть. Угу, плотно заходит. Смотрите, отлично сел. Сразу подмечаю, уже не первый раз такое, что чехол практически не выступает над дисплеем, поэтому рекомендую приклеить защитное стекло. На данный момент у меня девственно чистый, девственно незащищенный дисплей без защитных стекол и пленок. Как видите, царапаться будет стекло, хотя вот чуть-чуть, но все-таки. Ну, соприкасается все же резина со столом, нежели само стекло. Тем не менее, все равно поцарапается, рекомендую защитное стекло. Далее, здесь вот прорезь под динамик разговорный есть, об этом позаботились. С тыльной стороны, смотрите,
идеально все по центру, блок с камерами, фотоспышка, вообще никаких претензий, все четко. Снизу отверстие, также все ровненько, отлично. Разговорного динамика, также отверстие под микрофон. Сверху у нас экопорт шумоподавления, все отлично. По правой стороне, как я уже сказал, кнопка включения-выключения, которую мы сейчас проверим, все срабатывает идеально. Теперь громкость, нет проблем, все срабатывает. Сканер отпечатка пальца я уже продемонстрировал, но тем не менее, отлично, все прощупывается, неплохо. Так, ну, надо теперь проверить, все же, будет ли он... Кстати, отпечатки пальцев остаются. Смотрите, я думаю, вам прекрасно видно, что отпечатки пальцев прилипают на раз-два. Имейте в виду, все-таки темный, такой достаточно темный чехол. Ну и сейчас мы проверим, пойду-ка я в какое-нибудь помещение, типа ванной комнаты, без света, посмотрим, как же он будет светиться. Пока на паузу. Слушайте, ну смотрите, на белом фоне так неплохо смотрится, да, достаточно симпатичный. Вот я сейчас в ванной комнате, сейчас буду выключать свет, посмотрим, как же он будет светиться. Итак. Так. Ух ты, смотрите. На самом деле вживую это смотрится гораздо лучше. Я смотрю, камера плохо передает. Я вот смотрю, видны все абсолютно детали. Лодочник прекрасно виден, планеты... Все очень четко. К сожалению, я вот смотрю на дисплее смартфона, на который я записываю на Samsung Galaxy S10. Ну, не очень картинка. Другой вопрос, на сколько времени хватает этого светонакопителя и сколько он будет светиться? Я думаю, все же это не до бесконечности, возможно, через некоторое время светиться он перестанет. Теперь по поводу вот этого стекла, это или не стекло. Сильно дубасить не хочу, потому что там все-таки за ним еще стеклянная панель смартфона. Никаких царапин абсолютно не остается. Вот так вот все будет у вас смотреться. Ну, по крайней мере, с такой вот обойной. Хороший чехол за свои деньги, а денег он стоит достаточно мало. В скором времени еще покажу много чехлов под этот смартфон и не только. Напоминаю, что этот чехол подходит для других моделей. Подпишитесь на канал, поставьте лайки и дизлайки к этому видео. И до новых встреч!